Ты что тут в кустах? Ну что, и на нашей улице бывает. Да. Да. Правильно. Конечно. Симпатично. Что, выкинуть? Пожарим. 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 Ну, моем сердце едина. Там вона, там моя Україна. Щуки тут скромные, как достаешь камеру, они не ловятся. Как только в карман кладешь, так, пожалуйста, Фроська за рыбу. За що я люблю країну мою, і дивно чути від знайомих людей. Ні, ну жалко, я не видел. Это жалко щуку или жалко Карлу не показывать? Скажет убийца рыбы. А точно поймали? Что-то у вас... Палец в рот не клади. Точно поймали? Может, а ну, может, с холодильника вытащить? Да, смотри. Есть свидетели. Это фаршированное. Так я люблю Украину, свою родину, свою семью. Мені є що втрачати, якого любити, і я сильно ціную. Очень хороший день выдался. Несмотря на то, что погода. Можна смиритись із втратою. Ми завжди цінуємо те, що втрачаємо. Живемо під вічною вартою. У нас тут повозрастаючи, все крупнее и крупнее. Начали с окунька, которого не взяли. А потом и пошло, и пошло, и пошло. Но мы ее рыбу не убиваем. Мы ее ловим и спасаем плотву и всяких мелких рыб от этих крупных, ненасытных хищников. Мы правильно поступаем. Ну вот, как бы... Как... Опа! Ничего себе, летающая рыба! Ну, только... Не, ну кто мы? Я еще не взял. Только я убрал камеру в карман, как на отец раз. Ох, и как мне нравится этот розовый цвет жабр. Ну, да я вообще обалдею от него. Коралловый, коралловый цвет. Коля, вытаскивай, вытаскивай, вытаскивай. Не бойся, не бойся. Спинит, не бойся ломать. Под напряжением держи. И вытаскивай, вытаскивай. Раз и наружу. Коля уйдет сейчас. Так я люблю Украину. Свою родину, свою семью. Мені є що давай, давай, давай. О, вот это Коля. Вот это я понимаю. Не, ну все по-честному. Тут вообще вопросов нет. Коля, видео снято. Да? Да. Ну, ну. Ну. Ну, ну, лицо. Ну, тут место облюбовали не только мы. Тут вот здесь какой-то одинокий лебедь. Хотя там вот возле него какие-то круги. Попробуем и тут рыбацкое счастье. Как дела, лебедь? А? О, шипит. Шш. Лебедь, ты шипун? Или кто? А? Лебедь. Шш. Демонстрирую себя. Как на подиуме со всех сторон. Ну, и что? Что будем делать?